есть его фотографию крупным планом на все телефоны. В котором часу он вчера последний раз звонил? Около 8. Он сказал, что выезжает из порта, но домой так и не приехал. Прошу вас, найдите его. Борис очень сильно болен. Это вопрос жизни и смерти. Серьезная болезнь? Месяц назад ему обнаружили опухоль. Наши врачи не берутся лечить, а швейцарские согласились. Понимаете, Борису скоро операция предстоит. А пока он на таблетках. А не с собой у него? В том-то и дело, что нет. Таблетки дома. Он их пьет утром и вечером, а в офисе вообще никто не знает про его болезнь. Только своему близкому другу об этом сказал. Адвокату и все. Успокойтесь, Алена. Понимаете, он без таблеток только 2 дня может. Больше не может, доктор так сказал. А он последний раз принимал их вчера утром. Значит, 1 сутки уже прошли.